श्रीमद्भक्तिर सीतादेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोध्याय विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन उवाच, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतं जत्तयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतः मम। Глава 11. Вишварупа Даршана Йога. Созерцание вселенского образа. Арджуна сказал: «По беспричинной милости ты открыл мне сокровенные духовные истины, освободив из плена иллюзии». Бхаваппайо хи бхутанам срутоу вистарасо мая тватта камалапатракх махатмам апичаббаям. О лотосоокий Господь! Выслушав твои подробные объяснения о появлении и исчезновении живых существ, я еще раз познал твое беспредельное величие. Эваметат ятаттвам атманам парамешара драштумичамите рупам айшарам пурушоттама. О Владыка! Я принимаю все, что ты поведал о себе, как абсолютную истину. О Высшая Личность! Даруй же мне возможность увидеть твой образ, исполненный могущества и великолепия. Маннасе йоди татчхаккан мая друштум ити прабху йогешвара тато ме твам дарсаятманамабдаям. Господь! Если ты полагаешь, что я способен лицезреть твой вечный вселенский облик, тогда прошу, яви мне его, о повелитель мистических сил. Шри Бхагаван увача, пашьяме партхарупани шатасотха сахасраша нана видхани диббяни нана варна критини ча. Всевышний ответил: «Сын Притхи, узри же мое могущество, проявленное в разнообразных, неисчислимых, многоцветных божественных формах». Пасядиттан башунирудран ашшино умарутастата бахуннадриштапурбани пасяшчарджани Бхарата. Бхарата, увидь же небожителей, Адитьев, Васу, Рудар, Ашвини-кумаров, Марутов, Ваю и многие другие чудесные образы, которые никто не видел прежде. Йайкастан джагат Кришнам пасядда сачарачарам мамо дехи гурхакеса джачанна даштумичаси. О Арджуна, победивший сон, все движущееся и неподвижное во Вселенной будет явлено в этом одном моем облике перед тобою. Ты сможешь увидеть в этой вселенской форме все, что только пожелаешь. Натуман шаккаси драштум анинайва шачакшуша диббан дадамите чакшу пашьяме йогавайшара. Мое мистическое могущество недоступно твоему физическому зрению. Поэтому я дарую тебе божественное видение, чтобы ты смог узреть меня. Санджай увача, эва мукта тату раджан махаджогессару хари даршая маса партхая парамангэ рупамай шарам. Санджая сказал: «Царь Дритараштра». Сказав это, повелитель всех мистических сил, Господь Шри Хари, явил Арджуне свою божественную вселенскую форму, исполненную великолепия. Анека бхактранаянам, анека адбхутадаршанам, анека дивьябхараннам дивьяне кодтатаюдхам
диббамаллам варадаранг диббагандану лепанам сарвашчаджамаянг дивам манантанг вишатумкам. Всевышний явил свой образ со множеством уст и очей, предстающий во множестве удивительных очертаний. На нем были неземные украшения, и он воздевал поразительное оружие. Он был украшен дивными гирляндами, облачен в изысканные одеяния и умощен божественными благовониями. Его безграничная сияющая вселенская форма, исполненная разнообразных чудес, пронизывала собою все. Диви сурья сахасраша бхаведи джуга падоттита джади бхасадриши сахсад бхасастасамад мана. Сияние этого гигантского вселенского образа Господа было подобно свету тысяч солнц, одновременно взошедших в небе. Татрайкастанг джагат критснанг правивакто манекада апашат дева девасья шариде пандавастада. В тот миг Арджуна, находившийся на поле битвы, увидел одновременно весь многообразный мир, пребывающий во вселенском теле Бога богов. Таташа висмая вистурхистуру мадханьяя пранамма сираса девам кританджали лавасата. Тогда ошеломленный Арджуна, тело которого охватывал трепет, преклонил голову перед Господом и, почтительно сложив ладони, обратился к Нему. Арджунувача, пасями деванстава дева дехи сарванстата бхута бисеса сангхан брахманами санкамаласанаста мришинамсча сарванурагасча дидиппян. Арджуна сказал: «О Господь, в Твоем теле я вижу всех богов и все формы жизни, Шиву и Брахму, восседающего на цветке лотоса, великих мудрецов и удивительных змеев». Анека бахудара бхакта нетрам пасямитам сарватунантарупам нантанганамаддханганапунаставади пасями висешала висшарупа. О владыка мироздания, о вселенский образ, куда ни взгляну, я вижу твои безграничные формы со множеством рук, чрев, уст и очей. Я не понимаю, где твое начало, середина или конец. Везде я вижу твой блистательный образ, увенчанный коронами, с палицами и дисками в руках, который озаряет все вокруг. На тебя трудно смотреть из-за ослепительного сияния, подобного свету огня или солнца, распространяющегося повсюду. Тамакшарам парамам бедитабьям туамаща висвяща паранг нидханам туамабая шашата дхарма гупта санатанамстам пурушоматуме. Ты — высшая непогрешимая истина, постигаемая с помощью вет. Ты — первооснова мироздания и бессмертный хранитель вечных принципов религии. Я убежден, что ты — сам Всевышний.
анади мадхантам ананта бирджа, бирджами ананта бахун саси сурья нетрам, пасьями тванг дивта худаса бхактран сате джаса виссамидан тапантам. Я вижу тебя безгранично могущественного и многорукого, без начала, середины и конца. Твои глаза — солнце и луна. Твои уста извергают пылающий огонь, а твое сияние опаляет всю Вселенную. Дьявапридибуридамантарангихи пяптан таякена дисасча сарава дришквадифутан рупамидан табогран лукатрайн прапатитан махатаман. Ты один пронизываешь собою все стороны света и заполняешь пространство между небом и землей. О величайший! Обитатели всех трех миров трепещут пред тобой, созерцая этот устрашающий и чудесный образ. Амихи тванг сурасанга бисанти кечиди бхита пранжала йогринанти свасти тукта махарши сиддха санга стубанти танг стутиви пушкалави. Сонмы небожителей вступают в тебя, и некоторые из них, сложив ладони в благоговейном страхе, возносят тебе молитвы. Великие мудрецы и просветленные мистики прославляют тебя в священных гимнах, восклицая: «Да пребудет мир повсюду!» Руддадитя башаву дича саддя висешинау мрутасчусмо пашча гандарава джакхя сурасиддха санга бикшанте тванг висмитасчайва сарве. Все боги, такие как Рудры, Адитьи, Васу, Садхи, Вишвадевы, Ашвини-кумары, Маруты, Вайю, а также предки, Гандхарвы, Якши, Асуры и Ситхи взирают на тебя в изумлении. Рупанг махатте бахубактанетрам махабаху бахубаху рупадам бахударан бахудан стракаралан дриштвалука праббхам. О могучие руки, созерцая твой безграничный образ со множеством уст, очей, рук, бедер, стоп, чрев и устрашающих зубов, обитатели всех миров, включая меня, приходят в смятение. Нананг дипта бисал нитрам дриштвахи тванг праббхаситантаратма дритигна биндами саманча Вишну. О Вишну, видя твой достигающий небес ослепительный образ, переливающийся неисчислимыми оттенками, с отверстыми устами и гигантскими пылающими очами, я не могу более оставаться невозмутимым. Я утратил покой, а мое сердце трепещет от страха. Дангстра каралани чате мухани дриштай вакала налашаннибхани дишуно яне налабхеча сарама прасида девеса жаганнибаса. Видя твои рты с устрашающими зубами, сияющие подобно пламени, возникающим при разрушении Вселенной, я не могу сохранять самообладание. О, владыка всех богов, прибежище Вселенной, будь милостив ко мне. Амичатванг Тритараштраша Путра
сарве сахай бава нипала сангхай бхишмо дрона сута путра статхасо сахасмадийайра пиджодха мукхай бактрани теттарамана писанти дангстракаралани бхаянакани кечиди билагна даршана антарешу сангдришанте чурнитоируттамангай. Сыновья Тритараштры вместе с царями, сражающимися на их стороне, а также Бхишма, Дрона и Карна вместе с нашими военачальниками устремляются в твои устрашающие рты. Я вижу, как некоторые из них перемалываются твоими зубами, а их головы раздробляются на части. Подобно тому, как реки несут свои воды в океан, так величайшие герои земли направляются в твои пламенеющие уста, озаряющие все вокруг. Ята прадиптанг джаланг патанга бишанти насая самриддха вега тадэйва насая бишанти локастава вивактрани самриддха вега. Как мотыльки летят в огонь навстречу неминуемой смерти, так и все миры вместе с их обитателями устремляются к неотвратимой погибели, исчезая в твоих ртах. Леличчаси крсамана саманталлукан самагран баданир жаладхи тежу вилапурджа жагат самагран бхашастабугра пратапанти Вишну. О Вишну! Огненными языками, направленными во все стороны, ты слизываешь и уничтожаешь сонмы живых существ. Твое вездесущее сияние опаляет беспощадными лучами мироздания. Акхаймеку паванукрарупу намастуте девабара прасида. Бигатумичами бхавантамадан нахи пражанами тава правиттим. О устрашающий, раскрой, кто ты. О величайший среди богов, я склоняюсь перед тобой, будь же милостив ко мне. Я стараюсь постичь тебя, изначальную личность, но не в силах понять твоих деяний. Шри Бхагаван Увача, Калусми Лукакшакрит Правритто Лукан Самахартумиха Правриття Ирите Питтангно Бхавишанти Сарве Девастита Праттанике Суджодхара. Всевышний ответил: я — время, могущественная сила, уничтожающая каждого и разрушающая все миры. Даже если ты не станешь ничего предпринимать, никто в обеих армиях, кроме вас, пятерых братьев Пандавов, не останется в живых. Джитта шатруну бхункараджан самриддхам майой байте нихата пурвамева нимитта матрам бхавасадбасачин. Поэтому воспрянь духом, вступи в битву и обрети славу. Сокруши врагов и насладись процветающим царством. Все эти воины уже убиты мной. О искусный лучник, стань же орудием в моих руках.
द्रोणञ्च भीष्मञ्च जयद्रथञ्च कर्णं तथा नानपि युधवीरान् मया हतांस्तं जहिमाप्रतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे शपथिनान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण и другие великие воины уже уничтожены мною. Поэтому вступи в битву без страха. Ты одержишь победу. Санджай вача этат сутта вачанам кешавасья кританджалир пепамана крити намаскритва бхуя еваха кришнам Шагадгадан бхита бхита пранамья. Санджая сказал: выслушав эти слова Господа, дрожащий Арджуна почтительно склонился, молитвенно сложив ладони. Испуганный, он, кланяясь снова и снова, сказал прерывающимся от волнения голосом: Арджунувача, стане Ризикеша тава пракиртя, жагат прахишатта нураджатеча, ракхянши, бхитани дишудраванти, сарви намасанти, часидда сангха. Арджуна сказал: о повелитель чувств! Обитатели мироздания ликуют, с любовью прославляя тебя. Демоны в страхе за свою жизнь разбегаются во все стороны, а святые склоняются перед тобой. Касамачатена намеран махатман гриясе брахману пяди карте анантадевеса жаганниваса тамакшаранг садасаттат парангят. Как же им не преклоняться пред тобой, почитаемым создателем Творца этой вселенной, Брахмы? Ты — безграничный владыка всех богов, прибежище всего мироздания, нетленная реальность за пределами проявленного и непроявленного бытия. Тамади дева пуруса пурана стамасья висяща парагнидханам Таси бидан бидан ча парам паран ча дхама Тваятатан вишвам ананта рупа. Ты изначальный Господь, наидревнейшая личность, хранитель вселенной. Лишь ты — знаток всего и то, что необходимо познать каждому. Ты — высшая обитель. О Господь, предстающий в неисчислимом множестве форм, тобой пронизан весь мир. Баю джамогни варунасва санка Пажапати стан прапита махашча Намо намасте сту сахасра критча Пунашча бхуюпи намо намасте. Ты бог ветра Ваю и повелитель смерти Яма. Ты бог огня Агни, бог океана Варуна и бог луны Чандра. Ты творец Брахма, и ты же его прародитель. Я кланяюсь тебе снова и снова тысячи раз. Нама пурастада сарприштасасте, намастуте саравата ева сарава, ананта бирьямита викрамастан саравам, самапноси татоси сарава. О, владыка беспредельного могущества, источник неиссякаемой доблести, я простираюсь перед тобой спереди, сзади и со всех сторон. Ты пронизываешь собою все, поэтому ты — все сущее. Шакети матва прасабан джадуктан, хе Кришна, хе Ядава, хе Шакети. Аянатамахиманангатабедам, мая прамадат пранаенабапи, джачаба хасартамасаткритоси, вихара саджасана бхо жанешу,
Екоутха баббатчута тат самакшам, тат хамай тамахан апрамиям. Не ведая о твоем безграничном величии, из теплых дружеских чувств я беззаботно обращался к тебе, Кришна, Ядава, мой друг. О, непогрешимый Господь! Как бы непочтительно ни поступил я по отношению к тебе, в шутку ли, по беспечности, отдыхая или во время трапезы, в дружеском кругу или наедине с тобой, прошу, прости меня. Питаси лукасча чарачарасча, тамасча пуджасча гуруркариян, но тат самоустабхадика кутунна, Ты — прародитель всего, что есть во Вселенной, как подвижного, так и неподвижного. Ты — объект поклонения и почитаемый духовный учитель. О, владыка непревзойденного могущества! Может ли кто-нибудь во всех трех мирах сравниться с тобой или превзойти твое величие? Тасмат пранамья пранидхая каям прасадаитам ахамишамиддам питева путрасья шакева шакху прияярхасидева шурхум. О мой Господь, которому поклоняется все мироздание, я падаю перед тобою ниц, моля о милости. Как отец прощает ошибки сына, друг — фамильярность товарища, а любящий — дерзость возлюбленной, так и ты прости мои оскорбления. Адриштапурбан эрхитоши мидриства бхайна чапрабхатидан маноми тадева мидаршая дева рупам. О Господь, я восхищен, узрев то, чего не видел раньше. Но мой ум пришел в смятение от страха. О повелитель богов, хранитель вселенной, смилуйся и яви свою форму божественной личности. Критинам гадинам чакрахаста митчамитанг драштумаханг татаива тенаива рупена чатурбхужена сахасрабаху бхава вишвамурте. О тысячерукий Господь, вселенский образ, я страстно желаю увидеть тебя в твоем четырехруком облике, увенчанном короной, с булавой, диском, раковиной и цветком лотоса в руках. Си Бхагавану Вача Мая Прасаннина Табарджунедам Рупанг Паранг Даршитам Матма Джогат Тежо Маянг Вишаманантам Аддан Жанме Таданнина Надришта Пурпам. Всевышний ответил: «Арджуна, я был счастлив явить тебе этот надмирный вселенский образ, сотворенный моей духовной энергией, эту сияющую, безграничную, изначальную вселенскую форму никто и никогда не видел прежде». Арджуна, самый доблестный из Куру, этот мой образ, явленный тебе, ранее не созерцал никто из смертных. Его нельзя увидеть благодаря изучению вед, жертвоприношениям, благотворительности, следованию ритуалам или суровому подвижничеству.
माते बथा माच विमूढ भावु दृष्ट्वा रूपं घोरम इदृङ् नमेदम पपेत भी प्रीत मना पुनस्त तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। Ты был изумлен и растерян, увидев мой пугающий вселенский образ. Отныне оставь все страхи и с умиротворенным сердцем созерцай мой облик, который ты захотел увидеть. Саньяя увача, иттарчнанг башу дева статуктва, шакан рупанг даршая маса бхуя, ашвашвая маса чабхита менанг бхуттапуна. Шаммабапур Махатма. Санджая сказал: после этих слов сын Васудевы предстал перед Арджуной в своем четырехруком образе. Затем, чтобы окончательно успокоить близкого друга, Кришна явил ему свой двурукий облик, исполненный несравненной красоты и очарования. Арджуна увача, дриштидаң манушаң рупаң тава соумаң Джанардана, иданимасми саңвритта сачита прагатингатаха. Арджуна сказал: «О Джанардана, узрев твой прекрасный облик, подобный человеческому, я пришел в себя и вновь обрел умиротворение». Сри Бхагаван увача, Шурдаршамидаң рупам дриштовану сияна мама, девая паша рупаша ниттаң даршана каңкина. Всевышний сказал: «Арджуна, крайне трудно узреть меня таким, каким сейчас я стою пред тобою. Даже боги стремятся созерцать этот мой образ хотя бы мгновение». Нахаң бедари на тапаса, но данина на чечая, шакканг эбанг бидхур даштунг дриштавана сиджана мама. Не благодаря изучению вед, ни совершением аскез, ни раздачей даров, ни посредством жертвоприношений невозможно узреть мой сокровенный облик, подобный человеческому. Следуя подобным практикам, нельзя познать меня таким, каков я есть. Бхактя тананная шакка ахам эвам видхурджуна гьятун драштунча таттена правештунча парантапа. О победитель врагов Арджуна, лишь благодаря беззаветной преданности мне можно воистину познать меня, увидеть мой прекрасный человеческий облик и вступить в мою обитель. Мат карма крин мат параму мад бхакта санга варджита нирвайра сарва бхутешу джаша мамети пандава. Арджуна, кто совершает все поступки ради меня и для кого я главная цель жизни, кто отринул мирские привязанности и предался мне, кто дружелюбно относится ко всем живым существам, тот непременно достигнет меня.